Это шестигранник от FBBC. Вот он был 7 дюймов. Но мы кусок отрезали, чтобы он стал у нас 6,5. То есть это Hexa Bastard стал вроде как 6,5 Big Hexa Bastard. Большой, значит, шестигранный ублюдок. Попробуем в двойных пацах. Это вот обрезанная сторона, а это вот оригинальная сторона. Собственно, не важно. Не для сертификации. Потому что для сертификации я больше не буду гнуть для этой компании. Это бессмысленно. Так как BBC не засчитывает рекорды наших парней и присылает в Россию более жесткие стержни. Ну так получается, по крайней мере. У них главное, чтобы самыми сильными были американцы. Ну, или кто угодно, лишь бы не кто-то из нашей страны. Вот. То есть даже такой гаражный спорт, как бендинг, опустился вот до такого говна. Поэтому фак им, а не какая-то сертификация. Догну вот эти последние их обосранные железки, и все, никаких заказов, ничего не будет. Тем более еще, как я слышал, они хотят теперь за сертификацию деньги брать. Вот так вот. Ладно. Чисто так для себя. А, я же, блин, диаметр-то не замерил. Кстати, у меня что-то случилось с этим. Нули. Восемь. Ну что-то сам по себе загорается какими-то разными цифрами. Скоро еще в употреблении мельдония нас обвинят, и вообще будет все прекрасно. Так. Только не хочу, чтобы он по плоскости шел. Да. Говно их не шестигранник, по ходу дела. Я это понял еще, когда откусывал кончик. Прям очень мягко, как какашка, отвалился он. И на обточке то же самое. Какие-то мягенькие. Ну, а может быть, мне кажется это. Да его можно, я не знаю, обрезать, наверное. Хочу без чоп.
получается. Все-таки что-то надо одеть. Или снять свой один. Ладно. Не буду ничего снимать. Что-то одену. Так, Big Hexabuster от FBBC. Как обосранное говно. Вообще никакого сопротивления. Ну, 4. Ну, 2 дюйма тем более влезли по их меркам. Ну, как-то так вот, все. Ерунда.